пародировать, но ты-то не узнаешь что-то важное. Что он сказал? Узнаете, блядь, в том чате, что сказал чувак, который хотел мне что-то посоветовать? Переключить что-то на стволе, наверное, чтобы лучше играть было. Конечно. Возможно, и переключить что-то надо было. Ну, блядь, это же на общее дело. Лимонад, скажи ему, чтобы он перестал. Перестань. Все. Хорошо, я перестал. Я и не начинал ничего. Может, больше урона было бы, потому что я что-то не чувствую безумного урона мне. Может быть. Чё он там? Чего там было? Чё там было? Чё там было? Ребят, покупайте. Вам будет интереснее смотреть стрим, если вы сами купите PlayStation, Destiny и поймете, насколько это крутая игра, я вам отвечаю. Так что покупайте, втягивайтесь в комьюнити. Создадим русское комьюнити полноценное, а не двух тёлок. Лимонада и Кузмин. Где он? Где он? Он же где-то. Не под нами, под нами, да. Да, под вон он, вдали. Я без хп. Бля, плохо. Много жизни? Одного убил, и... И меня мочил! Откуда? А, там снайпер был, чуваки, там был снайпер. Сейчас дверь закроется. Или не закроется. Спасибо. Вот чёрт. Ну, видно, что лимонад профессионал, она прям отталкивает как надо, вот когда поднимает вот то, что нужно. Нифига, нифига, тут самурайские баталии. Я все видел. Блин, он ушел. Я это все видел. А я в спину зашел, как MLG. Это я тоже видел. Здорово. Пойду буду одиноким волком, парни. Плюс в чат, кто любит одинокого волка. Там плюс чат за одинокого волка, парни. Ладно, сейчас на ульте залечу. Где пропадал? Ну, лето отдыхал, покемонов ловил. Ходил на пляже, дрочил на телок из кустов. Жил полной жизнью, парни. Блин, хочу двоих убить! Там в ульте Blade Dancers, я бы уйти. О. Он крутится прямо за этим проходом. Да, добей, добей, вообще ничего нету. Понимаю. Молодец, молодец. Отлично, отлично, молодец, реально. Давайте танцевать. Да все, мы выиграли. Было несложно. Го танцевать. Танцевать я не успел. Господи, пусть они с этим компасом тупорылым поссорятся вообще нахуй, а то есть... Из стрима в стрим такая хуйня, ору друг на друга. Разве не понятно, что не сработались? Хоть трапа сменили на нормальную Машу, Джонни Лимонад, и на том спасибо. Не за что. Слышь, не любят тебя за то, что ты хуес орёшь на меня постоянно. Я не ору, я наоборот всегда подсказывал. Вот, че это со статистикой такая 7-6? У меня член длиннее этих цифр, что я тебе серьёзно говорю. Действительно. Да, это аргумент. Тут признаю. Тут признаю. А меня никто не любит. Вообще, по-моему, нет такого человека. Еще бы тебя кто-то любил. Я аж подавился от того, какой ты мудак. Лимонад. Что? Ты ко мне хорошо относишься? Конечно. Ну вот, один я человек... Я вообще не поняла сейчас серьезной ситуации просто. Один человек хорошо относится, как минимум. Это все. Она наслаждается тем, что ее любит больше трапа, мне кажется. О, господи, как же я жестко подавился. Да что с тобой такая? Да не знаю, как будто петух во рту. Мужской. Жуткое ощущение, но довольно приятное. Озвучка Strategic Music для Destiny я бы скачал. Короче, давайте голосовать. Единицу тем, кому больше нравится лимонад. Два тем, кому нравится трап, и три просто те, кто ненавидит компаса, а на телок вам наплевать. Мне даже интересно. На женщин, точнее, на девушек. Да мне тоже интересно, на самом деле. О, боже. Ну да, меня никто не любит, ну хотя ладно, я еще подожду, пока голосование пойдет. А первое что было?
Не знаю, нам нравится, кстати, лимонад? Не-не-не, слушай. Да я не понимаю, кстати, тут голосование такое непонятное. Я уже не помню, что сам устроил. Да. Давайте заново. Единица в чат, кто гей, два, кто супер гей, и три, кто конченый гей. Вот, я специально показываю в чате. Но у моих, в моем чате исключительно тройка, то есть в моем чате вообще меня не признают за человека. Может, мне в твой чат перебраться тогда? Блин, я забыл сегодня на СК2 ТВ поток подрубить, ну ладно. Надо еще в какие-нибудь режимы сходить. Че там 3 на 3 на этой неделе еще можно порубать? Может, там замархи какие-нибудь волшебные, может, побороться? Ну, типа нет. Для нас. Ой, они все тут, ё-моё. Я сам себя гранатой убил, чуваки. О, почти, почти, я жив. Я еще жив. Блин. Интересно. Да. Не, ну это просто ужасная пушка. Я больше не хочу там, с ней играть. Типа, он почти мертвый был, я его почти добил, но он резнул, у него все заполнилось снова. Картуз, спасибо за подписку. Тебе пофиг? Да на самом деле мне тоже пофиг, если честно. Я уже давно забил на все. Я в прошлую катку был выше компас по статье, поэтому в этой я вообще стараться не буду. А, не верьте в чате у Ильи Автай. Я точно не его знакомый, потому что у меня нет знакомых вообще. Так что это точно неправда. Он неправду про меня пишет сейчас, нагло. Блин, там, короче, их двое, чуваки, помогайте. А, вижу. Так. Господи Иисус. Только он заныкался куда-то. Да он надо мной прыгает. Серый. Окей. Какой кошмар, этот ствол полный кошмар, еще компас не хочет мне про него какую-то тайну говорить. Спасибо за подписку, Хэнки. Там сказали, типа, что прям экстренно важно. Ну. То есть основополагающие какие-то моменты. Ну так блин. Там вообще без хп один. Да, да. Но меня все равно замочили, тут еще один был. Где он, где он? Он на трупе. Вот если вот бы так. Я знал основополагающее об этом да. Стволе, сейчас бы все было по-другому. Ну, так заканчиваю, пора сказать. Правда. Там. Пора. Так я ж не знаю, что сказать. Я ж не пользуюсь этим оружием. Ну так а чё писал чувак-то? Ну, блин, загиб смотри. Господи. Тебе писали в чат, когда ты попросил скопировать. Да? Твои пацаны, на несколько раз. Пацаны, спамьте этим и начните с моего ника. Спасибо. Айберг, я читаю чат, привет. За еще одну. Блин, убили меня. Тебя сейчас поймали. А, по поведению как знакомый. Ну окей, окей, чувак, хорошо. Молодец. Сбоку зашел, чувак, со снайпером. Вам сказали, что... Минус два. Ульта. Ну да, он педрило начал ультовать, у него так. Щит появился сразу. Илья, в художественной концовке с Озоном. Да, я знаю, я буду во второй части, возможно, комплекс сказали, не выпускать. Да, я не буду выпускать из рук Last Word. Я уже чувствую, на самом деле, с каждым матчем, хоть на один кильчик, давайте но больше. Я главное, я правильно расставил умение на стволе? Вот этот классный трек. Надо погромче сделать. Тут трое! Нихера, я отниму гранатку неплохую. Ну, где вы ходите, чуваки? Как же так-то? Почему я один влетел? Ну, потому что не команда. Но я... Ну, ладно, успею. Хорошо. Нет. Хорошо. Я залажал. Я запрыгнул, решил их разъебать с Last Word. Но... Я опять на последнем месте. Но эта пушка ужасная, чуваки. Отвратительная. Я жду, когда там откроется прицел нормальный. Может, с чем он бегает, интересно? Да какого хера? Ну это пиздец, это пиздец. Штормколлер это бред. Я серьезно, я не знаю, как они... Ну, я понимаю, что для людей, в принципе, которые сделали игру, слово баланс, оно как бы не важно абсолютно. Они-то в нее не играют. Вряд ли кто-то, кто делает колбасу, жрет колбасу собственного завода, но...
надо же задумываться иногда о некоторых вещах. Так, сейчас. Я попробую кое-что сделать. Спасибо за подписку, братан. К сожалению, не могу прочесть твой ник. Блять! Ты сделал то, что хотел? Да. Я тоже. Ладно, короче. Нет, ты, твою мать, я врезался просто. Да они стоят и обоссывают, и слышат, что у них там, я не знаю. Смотри, как я его обоссу. Нет, давай. Не хорош. Получилось. Я ему в голову попал, но он не умер. Потому что засчиталось, как будто я ему в бочину попал. Хотя все видели, что это был чистейший в голову. У них еще давайте и хэвиам. А? Да, хэвиам берем. Короче, пойдем за лимонадом, слышь. Она всегда попадает в неприятности. Нам главное в одном месте не быть, чтобы нас одной ракетой не сняли. Ну, тогда не они пойдем. Не смогут, потому что я сниму одной ракетой троих. Давай. Раз. Погоди. Я слышу ульту. Да. Это отойди, отойди. Меня убили. Но я убил его, и если лимонад нас поднимет... Давай. Ёб твою мать. Не надо, не стреляйся. Приди и подними. Все. По крайней мере, этот пидор остался без ракетницы. Женщина по ракетницам-то все равно 1-0 в их пользу. Одна-то у них осталась. Если бы компас выбежал из этой пещеры раньше. Но я не хочу вайнить на человека, у которого нет мозга. Поэтому... Ладно, все, я перегнул палку. Сорян, прости. Я больше не буду так. Это даже хуже, чем шутки про жену Бадаю. Бля, я не на... Я вот... Не знаю, я ненавижу, короче, тот геймпад, потому что на нем кнопки иногда западают, а этот я ненавижу, потому что в нем стик постоянно прожимается на бег. Я верну тот геймпад. Я не знаю, все геймпады говно, когда ты краб. Хорошо, наверное, жить человеку, у которого руки, а не клешни. Лёш, прости, Лёш. Да, погоди, не-не-не-не-не. Я на самом деле прослушал, как ты меня обосрал. Но я слышал конец, но не уловил суть. Я бы вообще, знаете, если бы начинал заново, я бы сказал всем, берите, короче, варлоков, качайте Stormcaller. Это была бы моя... Моя, это... Директива, скажем так, для людей. И мы бы просто летали на карте постоянно. Еще шмотки на то, чтобы обгаживаться орбами, если ты убил с ульты там и... Бесконечный. Ой, блин, тут двое! Я ужасно играю в этом матче. Нет, я, кстати, чуть-чуть лучше, чем лимонад. Да. Вот. Все очень плохо. Согласитесь, сейчас было обидно. Я почти убил двоих, а вот один не убил никого. Ну, ассист мне заехал. Лимонад кого-то дофига. Пардон. Не ругайся матом. Не ругайся матом, ты женщина. Я пытаюсь. У меня уже просто горит с этого матча. Посмотрите, они постоянно в ульте просто. Он летит еще и за мной и убивает с полкарты. Ну это бред, это бредовый класс абсолютно. Давай других найдем. Это идиотизм. То есть, как бы, я понимаю, что ульты в этой игре сильны, да, но Blade Dancer хотя бы можно убить в ульте. Night Stalker, он хотя бы, ну, не делает какую-то безумную ульту, там, я не знаю, вот две ульты, которые вообще идиотические, это ульта с Stormcaller и ульта с каменными, блядь, молотками. Может, ты пройдешь на каменные молотки этот самый квест? Ну, а как? А вы будете играть, что ли, в это время? Не, мы подождем тебя, ну, просто там, в тауэре. А там большой... Я просто, ты же знаешь, что я не особо разбираюсь, куда надо жать. Слушай, Маш, можешь прочекать, где эта миссия проходится на этого Санбрейкера или как его? И посмотрим, есть она у него вообще. Если есть, то пусть он ее пройдет, по-быстрому поставит, потому что. Почему компас мне противоречит? Не называйте его так, зовите его. Членосос. Я сейчас отключил просто. Как же, Илья, как же? Зовите его Лёша. Лёша. Потому что компас это не даже не его ник, он компас. Я помню, Аня донатила на следующую лекцию Магога. Забейте. Это не она была, это был какой-то фейк на Мика Вирджин.
Может, полоску сделать на то, что типа, стримы не по Destiny, там миллион запилить и ждать. Да правильно, правильно. Зовите лучше Денчиком меня. Мой план-то сработал, на самом деле. Денчик? Я хотел я и забыл про Денчика. Денис. Ну да, я хотел бы Денисом всю жизнь, на самом деле. Так, ну вот что там, что там с этой миссией? Что там, что там? Вена должна быть где-то на Венере у тебя. Короче... С Андрей Челлендж. Короче, Лёх, выйди из нашей группы, зайди на Венеру и поищи там миссию на одного что-то, типа Sunbreaker Challenge. Погоди, сейчас я выйду. А я пока, наверное, в Тауэр слетаю. Ну как выйти? Ну как давай дальше? Я тебя кикну. Чтобы да, кикни лучше меня. Можем, кстати, потом сыграть еще где-то несколько каток 3 на 3, когда у тебя будут огненные топоры, а потом 6 на 6 зафигачить, потому что люди, я вижу, в онлайне висят. Так, set destination. Куда я должен лететь? Подскажите, пожалуйста, друзья. Венера. 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 Там есть у тебя квесты какие-нибудь? Венера? А, вот все. А, да тут дохера всего мигает, переливается всеми цветами радуги. А? Sunbreakers Challenge. Сейчас. Маша, кто такой Кидрауль Кид? Который... Я не знаю, если честно. Монстр какой-то. Ну, он какой-то потнали, да. Описание ревона. Нас, мне кажется, как раз вчера из-за этого кидал на каких-то адских типов. Потому что он 30 кило за матч делает. Первый нет, выстрел такого. После перезарядки. Критует. Я не вижу, где это написано. Тут написано, что... В Айслуне было то, что один из, ну, типа, Luck and Chamber, один из патронов критует, а здесь я не вижу, где это написано. Чуваки в моем чате, подскажите, пожалуйста, где это точно находится, потому что я что-то не вижу такое. У тебя сделана сюжетка? Вообще, по идее, после первой миссии Taken King тебе дается этот квест. То есть он у тебя должен где-то висеть. Радуга Мой Дом, спасибо тебе. Я передаю лимонад, ты топ от Радуги Моего Дома. Ничего себе. Спасибо. И еще раз, можно, как называется? Sunbreakers Challenge. Я такого не вижу. Вот тут пишут March of Fire, но тут не написано, какого Breaker Challenge. А, да, вот написано. Ну, правда, не так немножко. Ладно, не важно. Ребят, какую пушку представить сейчас по магоговской системе? Что мне представить? Какая крутая экзотическая пушка? Посоветуй, Маш, представить что-нибудь. Алекс Мегалекс, спасибо за подписку. Бэджуджу. Она у меня есть уже. Так, окей. А ты что, Бэджуджу прям реально крутая? Ну, она хороша для ПВЕ, она же типа ульту быстро откатывает. На, пульс райфл. Вот это да. Да. После каждого килла чаржится ваш супер. Это правда. Прикольно. Блин, это песня Супер Вэ была или где? Очень знакомая. В начале прям. Не пользуйся магией слишком часто. Хорошо, не буду, я согласен, я перебарщил. Загадай Сурос. Да, кстати, я весь заряд магоговский уже истратил. На последнем покопинге в песе вообще ничего не выпало. Только ладыгин и все. Мне новый корабль упал. Тоже конявый по цвету. О. Что я должен делать, понял? Ну, я думаю, я сажу. Да, там, блин. Кстати, миссия на две части будет поделена. Что?
Миссия на две части будет поделена. Тебе нужно будет сначала в одно место слетать, что-то сделать, потом слетать в другое и фигачить на мультосе. Слушай, Лимонад, а когда мне начнут падать 335 вещи, чтобы я смог вставлять, типа, в свои старые и делать 335? Или что для этого вообще нужно сделать? Ну, высоколайтовые вещи падают в рейде, плюс в Iron Banner. И чем больше у тебя лайта, тем больше... лайта, шмотка. Ну, это я понимаю, будет. Но все равно что-то... А имеет смысл, например, если у тебя 304, вставлять 307 в надежде повысить лайт, чтобы, типа, еще... Да. Ну, окей. Да. Зря, значит. Ну, я просто экзотик шардж зажил. Сколько еще поиграем? Я не знаю, сейчас... Короче, минут... После того, как Леха сделает квест, минут 30-40, 3 на 3, и потом все желающие, кто влезет, залетят. Поиграем. Ты 6 на 6 хочешь или что? Ну да, 6 на 6 немного, поместиться. Ну, пофаниться, но сегодня вообще 4 часа где-то стрим будет, не больше. Так. Смотрите, какая клевая штука. Выглядит прикольно. Где? Не пойму. Радефать или что? О, хера. А, что такое? Да я заблудился тут немножко. Возможно, до сих пор заблужен. Блин. А, еще выше. Поставлю что-то. Сексуально выглядит. Ну чё, давайте. Понадеемся на хорошую пуху. Опа. No Land Beyond. Что это? Это очень странное оружие. Это снайперка в Primary Slot. Притом, если она очень хорошо на стрелять. Она похожа на дедовское ружьишко. Лучше его оставить, да, но, ну, типа, с ним имеет смысл играть иногда. Когда станешь потным игроком в Destiny, можешь с ним побегать. А так она очень странная. Можешь попробовать ради интереса, чтобы посмотреть, что это такое вообще. Ну, она выглядит просто уморительно, я не знаю, посмотрите на нее. Чат, это же, не знаю, слово забыл сейчас, проверю, как же оно было. Блин, тут скучно. Да. Дедовская бердянка, короче, я вот ввел, и там первый скриншот из Destiny с этой пушкой. Чё, говоришь, скучно? Да, скучная миссия. Ребят, кидайте ему зиги в чат с Вастона, чтобы он повеселее стал. А я в Айтре напишу, что у него в канале нацисты собираются сразу взбодриться. Дресня, попробуй. Ну давайте угорим, чё. Правда, у меня мотофлайтов уже мало осталось, по-моему, чтобы ее проапать. А у кого мотофлайты продаются, не напомнишь мне? У какого-то чувака там... Хотя нет, я вспомнил, можешь не поменять. Я только не помню, за что продаются мотофлайты. Хотя их и так достаточно. Я тут уже босс мачу. Давай. Чем быстрее ты это сделаешь, тем быстрее ты начнешь кидаться огненными... молотками. Ой, блин. Так, Spine Metal еще надо накупить и Weapon Parts. Бердианочка дедовская. Ferguson Fit сейчас добавлю. Ребят, всегда преимущество будет отводиться тем, кто подписан на канал, но это не байт, просто мне легче будет обращать внимание на людей, плюс они меня наебывать не будут. Обманывать с тем, что они, типа, хотят играть, а сами просто в PS. Да не баньте никого, извини, я перебил тебя, не надо никого банить. Смотрите, насколько он хочет, чтобы у него хоть какая-то аудитория осталась, он даже готов на зигакидов уже. Эй, это кто такой? Кто это? Справа от тебя.
А, это просто женщина, просто. Тогда развлекайтесь. Танцующая женщина. Так. Так, чего там надо было купить для дедушкиной пушечки? Спайн-металла. Блин, я опять забыл глаз летающий, который Спирит Блум ищет прокачать. Классный трек, спасибо тому, кто его заказал. Мне прям по кайфу его послушать. Валдезик, если есть место. Валдезик сейчас. Я не знаю, я кого-то из вас в итоге могу и не позвать. Вы не обижайтесь, ребят. Преимущество всегда отдается тем, кто хорошо играет, но у кого мало лайта, например, или плохой КДА. Потому что, если добавлять потных чуваков, то... Опа! Я, кажется, прошел. Ну, у тебя появилась третья профа? Да, сейчас Mission End. Надо подождать 15 секунд. Ты дала жопу мне на молотки или нет? Что говоришь? Чего молотки? Если молотки не кидал, то еще не прошел. А, их надо будет. Я сейчас еще в одно место отправлю. Блин, столько легендарных марок на ресурсы ушло, но собирать ресурсы в этой игре — это просто самое мудацкое вообще, что может быть. Теперь у меня Jefferson Airplane играет. А, это не Jefferson Airplane, извиняюсь, все перепутал. Маша, а ты мне дашь раскладку на прокачку этой пушки, какие лучше поставить ништяки на нее? Я тебе прочту, что есть. Я даже не знаю, надо посмотреть. Килкэм, если тебя забанили у меня в чате, я тебя разбаню, друг. Я тебя разбаню. Можешь сейчас восстановку кидать. Сейчас, погоди. Блин, насколько ж люди любят, когда у них больше 100 зрителей. Готов даже на такое пойти. Строп. А, блин, я тебе еще раз забанил, чувак, извини. Как разбанить, я чуть не в курсе. Томат Майлз и Строп. И Пабло. Ну что, короче, я даю команду, можете банить их всех нахер. Ща, ребят, я добавлю, но это последний, кого я сегодня добавляю. Больше не кидайте мне, уже тяжело. Томато... Премиум нонсап, я не только чат меда читаю, я еще за окном у тебя стою, посмотри сейчас. Я бы, кстати, боялся этого. Обычно, когда люди... Прошу прощения, не могу на... А, там Майя написал, блядь. Так, Томат Майлз. Строп. А, борода, ну последний, последний с фастончик можно, ну прям серьезно последний. Еще один. Так. Блин, отличная долбежка, чуваки. Не знаю, кто заказал, но красавчики. Блин, стробы добавляю сразу, анимешная аватарка, я даже сомневаться не буду. Так, еще один был Пабло Чипон. Ой-ой-ой, кто это сделал? Зачем забанили-то? Я же... Ну ладно, ты ладно. Ты проходи, блин, на молотки у меня... свой. Да член. У меня здесь интрига невероятная. Тут уже битва модераторов друг с другом и... И, короче, посеял хаос. Если... Завершил мою карьеру стримера, видимо. Но она и так была, конечно, полудохла. Зато у тебя есть канал по Overwatch, не забываем. Да, ребята, давно я вам про канал свой не рассказывал, Overwatch-овский. В общем, все в порядке с каналом. Завтра будет новый видос по Зарю. Что-то вроде гайдика, советов. И потом новый топ-5. И потом будет миллион подписчиков. Потом. Все будет хорошо. Люпен 312. Хорошо, Люпена 312 возьму, пожалуй. Просто ради ника. Лайт можете не писать, мне все равно, на самом деле. Я как бы не по лайту уже выбираю.
Я, например, наоборот, не хочу там с тем же Кидраулем играть, хоть он и крутой. Ну, то есть я хочу с ним играть, но, допустим, чтобы он не Осирис фармил. Но не сейчас, я пока еще не готов. Я хочу сам, чтобы у меня тоже лайт был большой. Когда-нибудь, я верю в это. Все, далее Sunbreaker, я прошел. Отлично. А, нет, 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 друзья, прошу прощения. Мне дали его, но я еще не прошел. Теперь я могу его использовать. Так, короче. В первом слоте у меня есть CQBU, Ballistics, Soft Ballistics и Accurized Ballistics. Что поставить? В первом слоте вообще лучше оставить, по-моему, первый прицел. А вот где у тебя Lightweight стоит, лучше поставить Snapshot. Snapshot, отлично. Ты будешь ну, себе быстрее целиться. Дедов ствол сейчас накажет всех. Overwatch сила Destiny хуйня, я с тобой не согласен. Я считаю, что все наоборот. По уровню шутерной механики на ПК есть только, пожалуй, последний Call of Duty. Близок к Destiny. Но там нет. Наверное, Advanced Warfare еще больше похож на Destiny, чем Black Ops 3. Возможно. Люпен даже жестче Кидраули, если это тот, про которого я думаю. Ну, посмотрим, посмотрим. Можно взять тогда Люпена, Кидраули и устроить баттл между ними, кто будет больше нагибать. Но просто когда их берешь, то ты даже не видишь противников. Ты просто бежишь, и все мертвы вокруг. И даже из дедушкиного ружьишка не пальнуть. Короче, на орбиту. Он же Orbit. Ой, блин, ой, блин. Озон меня на бой хочет вызвать. Ну, блядь, меня сейчас нетрудно отпиздить. Я больной весь и уже спортом не занимался. Хер знает сколько. Я даже на турничке не потянусь ни разу. Я вообще не хотел бы драться с Озоном. Можно было бы пиво попить с ним. Вспомнить былые времена. Но как-нибудь потом. У меня сейчас вообще нет настроения. Озон ведь душевный чувак, на самом деле. Просто не везет ему. Может, эта пушка станет моей любимой? Ты что, с ума сошел? Я просто сыграю один матч только с ней, ради вас. Мои зрители. А потом можно сделать день, когда я буду играть с пушками, которые вы заказываете. Типа какой-нибудь МК Бандит 3 с тремя патронами. Сколько лет твоему каналу? Его банили, поэтому отсчет сбился, но довольно много. Почти полтора года. Или два. А за что банили? Я не в курсе. За разжигание межнациональной розни. За то, что я, короче, вел себя некрасиво. Мне забанили канал за то, что я битрейт постоянно повышал, но я, короче, пригорел от этого и... Вместо того, чтобы просто, ну, написать, то, что давайте разбаньте, я, короче, решил разыграть из себя жертву украинских националистов. Был довольно большой шум, на ленте была статья. Прекрасно. Да, музыка громко играет. Хип-хоп батл с Озоном, но это будет такой, блядь, трудный батл. Перечитать рэп в стиле «Я Озон, бля, 671, бля, ёпта». GTA. Я прошел. Будет трудно. Я тебя инвайчу назад. Давай. Какой у тебя ник был? Денчик? А вот. Угу. Я про... Ты даже... У меня уже не на первой странице моих друзей. Нет, я отчасти прав был, потому что... ну, типа... Алексей, он действительно, ну, как бы, такой патриот. Давай, давай, давай. Но я-то не ватник, мне вообще плевать на политические события. Я тебе кинул уже инвайт. Поэтому да. Я вообще, может быть, даже и за Украину, как знать. Я просто не хочу говорить, потому что за это теперь сажают. Поэтому мои взгляды вы не узнаете никогда. Но, скажем так, я единственный, кто не встает под гимн России на стадионе. Это меня очень удивило. И причем ненависть, которой меня даже друг ударил и сказал, вставай. Я сказал, не буду. Я в оппозиции, в жесткой. Я как Навальный, но на Твиче.
И который ничего не говорит, потому что закон принят. А это правда, что ты как-то сыграл 30 скримишей сзади? Да, это было ужасно. Накрутка, нах? Ну, блин, а как выйти в топы с такой дерьмовой игрой? И с дерьмовым скиллом, если не накручивать? Кто тогда будет с вами? Как заманить 2-3 тысячи на стрим по Destiny, когда люди играют в намного более интересные игры, если не накручивать? Все, что у меня есть, это возможность заказывать песни. И Денчик на стриме, который еще сильнее отпугивает зрителей. Я будто в школе, на самом деле, снова. И учительница меня говном поливает. Прям один в один ситуация. Я сижу на первой парте и слушаю. А я на трусы смотрел. Своя классная руководительница с первой парты. PS4 Neo я не буду брать. По-моему, и так 60 FPS, если честно. Если Озон купит PlayStation и будет играть Destiny, я готов его позвать. Но я помню, как он играл в Battlefield. То есть он купил Battlefield на пеке. И у него был КДА-чет в районе 0.3. Я сначала удивился, потому что он вроде как, ну, такой задрот, что ли. Но оказалось, что он вообще не играл с оружием. То есть он только бегал и резал с ножа. И при этом у него было 0.3 или 0.4 КДА. То есть он вообще не стрелял, он только бегал и резал. И у него было где-то 4000 киллов с ножа. И 8000 смертей, или 9. Я не скатился, я поднялся. Просто тебе трудно это понять. Иисусу, когда его прибивали на крест, тоже кричали, что он скатился. А через 3 дня взяли свои слова обратно. Посмотри, какой у меня ствол. Какие у меня друзья. Блин, прикольно на самом деле. Чувак сразу ливнул. Но он охуел, когда увидел мою палку. Естественно. Так, они все тут, и меня сейчас... О, нифига себе. Я никого не вижу вообще. Я всех убила. Молодец. Гордись до пенсии. А! Да. Убей его! Я убил его. Да, поднимешь меня, может быть? Да? Нет, я не буду. Он упал. Не хочу трогать Денчика. А сколько урона у этого ствола? Он типа... Я сейчас в тело попал и убил человека без брони, но у него фулл хп было. Он жестко дамажит это? Пекаль. Да нет. Но он как обычный снайпер-то. Так, меня сейчас убьют. Блять, да. Да, я это видел. Я тебя... А, стоп! Сзади. Да, да. Не все ли равно, что он так тебя обсирает? Да, конечно, не все равно. Конечно, нет. После следующего стендапа буду его прочитать. Да мы друзья, мы прикалываемся дружески. Мы же даже лично знакомы. Вы когда общаетесь, вы никогда не подкалываете друзей, что ли? Сейчас меня опять убьют, ну все. Ну а че ж такие нубасы? Вот я пришел. О, я понял, почему вы умерли, друзья. Я понял, почему вы такие нубасы. Че-то дедовская пушка не так хорошо заходит. Что за монитор? В плашке канала написано. ViewSonic — это про монитор. Я даже не знаю, стоит ли прокачивать эту пушку, она ужасна. У меня был 4К монитор, но я его убрал. С ним невозможно было на консолях играть. Блин, я застряла. Я не могу. С дедовского ружья больше не попадаю. Почему? А их ведь двое, нас двое обыгрывают. А нет, их трое. Карамелька, привет. Сколько тебе надо заплатить денег, чтобы ты начал проходить мох? Ты, он за 300 рублей будет играть во что угодно. Не, за 300 нет. Подожди, 2010 это чё? Я в голову 143 оторвал, она не ваншотит в голову. Ну ты мне назови рамки. Минимум какая сумма и максимум. И я скажу, пройду я Medal of Honor или нет. Я, по-моему, никого не убил. А, одного убил. Ну, короче, это отвратительная пушка. Вот, слушайте, она называется, это...
Scout Rifle, по-моему, нет, называется. Ты ничего не понимаешь в отвратительных пушках. Да, не понимаю, нет, меня, Илья, там двое. Проиграл бы ты. Light Dancer. Она серьезно вообще урон не наносит. В упор стреляю, ничего не делает. Все, пизду ее. Извиняюсь, конечно, за выражение, но надо. Так, ладно. Они там уже полностью. Я думал, это вот Цоя, там какой-то американец про мамкину Дон поет. Не, за 200 рублей не пройду точно. Блять, перезаряд, просто пиздец. Могу 2 часа поиграть максимум за 400 рублей. Чувак, там или никуда? Нет, как никуда, он меня убил. Ну тут второй улетел еще просто, он просто в стенку. Новую бомбу пустил. Да, это не игра мечты, парни, что-то не получается. Но я чувствую уже этот ствол, на самом деле. Мне бы, если бы команда немного поответственнее была. Да, у меня вот здесь вообще не пошло, но вот это оружие, правда, отвратительно. Так. Где он, сука, где-то надо мной? Он в переходе вот в том, Женя. Да как так? Но он же пробежал насквозь. Так, он меня сейчас вот так умчится. Пойдемте на крышу, сохраним. Да. О, там уже что-то там обломать. 5, я думал. Хотя... Да что такое? Да я не понимаю. Я ничего не могу сделать в этом матче. 2 убийства всего. Вот это, наверное, лучший мой килл за все время в Destiny. Вот это было... на стыке кончиков пальцев и мастерства прицеливания с геймпада. Лучше я уже никогда не выстрелю. Наверху. Пол хп. Блин, это говно, надо с сайдармом каким-нибудь комбинировать. Блин! У него меньше половины хп осталось, он сейчас поднимать будет. Поднял все. Они все здесь. А хорош, ну, двоих я убил. Нормально. Да, на самом деле, нет. Мне очень хорошо. Да неплохо. Не идет. Да нет. Все идет, ты уже меня почти догнал. С дедушки. Ну, мы проигрываем на 1200. Я об этом. Но мы проигрывали там намного больше даже. Ничего, я готов молоточки запускать, друзья. Думаете, стоит? Ну, тест уверен в себе. Нет. Ну я уверен в себе, но не в молоточке. Блин, мне надо было с этим ружьем дробовик на второй слот поставить. Песни кончились, чуваки. Ставлю цену меньше 30 рублей. Так не пойдет, парни. Ну чё? Даже у меня не закончились песни еще. Ребят, даже у него не закончились песни, пожалуйста. Да. Не отказывайте мне в счастье слушать музыку. Будешь пора, наверное, скучно. Сейчас буду ультовать. Когда уберите троих, и они будут стоять рядом и ничего не делать, скажите. Я с молотками залечу. Вижу одного, он наверх забежал. Вон, они тут. Стоп! Так, так. Чуваки, ну я убил одного. Еще двоих один. Двоих убил. Помоги, да. Помоги мне. А где ты? Сзади, вот. Стреляй мне. Я мой спину. Сука, да что с прицелом? Спасибо. Убей его. И спасибо за подписку, Гликс. Блин, если бы я перестал дурковать и взял бы нормальное оружие, было бы намного лучше. Но я хочу сыграть весь матч. Я, по-моему, убил 2 или 3 человек даже. Блин, он меня милишка снял. Пипец, такая перезарядка. Не убил. Отскочил от меня сейчас какой-то бес.
Двое сверху уже, аккуратно. Блин, да сколько их тут? Ну, как же так? Я почти убил двоих, в итоге никого из них не убил. Не. Стрейдер, привет, брат, привет. Не, чуваки. Я наигрался с этим стволом, он не так хорош, как я думал. Я вообще не вижу смысла, типа, в первом слоте держать снайперку. Ну, нельзя было их. Опять нафидели, что ли? Ну, их невозможно было убить, они опять там с броней, с говном какие-то. Пизду, этот матч просто не сдался. Сникерлов, спасибо, спасибо. Сори, сори, я больше не буду играть с дурацкими пушками, и следующий матч отыграю хорошо. Хотя вот как... мне понравилось, в принципе. Ну ты двоих забрал, а мог бы и троих, если бы на улицу чуть пораньше выбежал. Но я в первый раз ее использую. Был не готов. Сайт Twitch DJ задудосили, оплата не проходит. Жалко. Но два трека есть, кто-то смог заказать. А, спасибо за 222 рубля, чувак. Я не обижаюсь за свастоны. Сейчас, погоди, я прочитаю, я не услышал, что ты сказал последнее. Сейчас, брат. Блин, как же дешево стоит отсутствие обиды за свастоны. Я не знаю, кто убил Кеннеди, но по официальной версии, там, чувак, который в СССР какую-то практику проходил, по-моему, Харли Освальд, или как его там звали. Откуда я знаю, кто убил? Может, его вообще хохлы убили? В «Квантовом скачке» была прикольная серия про Кеннеди. Как он пытался его спасти, точнее, убить сначала он должен был. В первом Black Ops потом... главный герой убивает Кеннеди, по-моему. Недавно вышел сериал Джеймса Франка 11-22-63. Там что ж про Кеннеди как да, раз сериал. Да, и я извиняюсь, 322 рубля, а не 222. Киллкэм, спроси, брат. Жизель, да, мы с ним не общаемся уже года два, наверное, с половиной. Уже забыл, как его зовут. Какой же красивый гимн. Вот под этот хочется встать и пойти поссать. Блин, я говорю, что «Квантовый скачок» прикольный сериал. Все молчат в чате. Вспоминают этот 22-69, и все в диком восторге тут прям писаются от счастья, какой сериал охеренный. Посмотрите «Квантовый скачок», кто не видел. Лучше вы ничего вообще в своей жизни не увидите после этого. Но он 90-х годов, по-моему, вообще, или начало 2000-х. Да, не могу вспомнить. Скорее... Я мелко было смотрел. Да, да. Он был неплох. Он был логичный. Да он был офигенен. Шикарный сериальчик. Серии были разные все. А это не там, где чувака какая-то амальгама покрывала? Или это был другой сериал уже? Кто прикрывала? Ну, он невидимым становился, и эта херня, которую покрывал, называлась амальгама. Что-то такое. Нет, у него был друг, блин, которого никто не видел. У меня кот так жестко развалился, это просто пипец. Сюда рядом ходил чувак, который подсказывал ему, что делать. А, все, все, понимаю. Да. Там была одна серия, где они поменялись местами, и наоборот. Угу. Получилось. Это про что? Про «Квантовый скачок». Вы помните оба «Квантовый скачок»? Вам сколько лет? Ну, охеренный, потому что. Пипец. Был еще Чарльз в ответе. Нет, Чарльз в ответе я помню. Я даже помню, как зовут. Хотя нет, персонаж главного я забыл. Чарльз? Не, актера. Я помню, Вилли Эймс там был, который играл его дружка. Его зовут Стив Байоэ, как-то так. Да, Стив Байо, да, как-то так. Да, вот. Я просто, у меня вратарь Виттер Байо в голове, помнишь, португальский. Не, ну Чарльз в ответе такой был. Ну, он веселый. Но он к концу скатился, когда, помнишь, там мамка Чарльза приехала, такая носатая баба, это мать реального Джона Траволты, и она портила весь сериал. Все, что я помню, что он в основном просто детей запирал там где-то, а сам стрелочку укусил. Там еще дед был такой, который все время трахаться хотел. Но как бы опосредованно об этом прямо не говорили, но он всегда ходил и шутил, типа.
На СТС самые топовые сериалы были, а вот те, кто смотрел по ТВ-6 сериалы, типа «Дежурные аптеки», я никогда не понимал, они же говняные были, на самом деле. Но я не знаю, мне он нравился. Но мы уже вспоминали с тобой, вы не так давно. Но его лучше сейчас не смотреть, поверь мне. Да, я включал, не смешно. А были, короче, сериалы на СТС, которые показывали, но почти тут же убирали из эфира, потому что народу они дико не нравились. Например, «Голова Германа». Я даже не знаю, помнит ли кто-нибудь такую дичь. Я не помню такое. А про что это? Там в голове у чувака жили люди, которые между собой обсуждали, что ему делать. Ну, там был такой же фильм вышел с Эдди Мерфи недавно, по сути. Не-не-не, там... был сериал по Николодиону еще лет 3 чувака. Ну, это избитая, на самом деле, идея то, что, но... Ну, еще, короче, какое-то говно было. Broken Hills, нет, английский для Destiny вообще не надо знать. Максимум туториалы на Ютубе посмотреть придется для того, чтобы понять некоторые вещи. Откуда они тебя отпиздили? Справа снайпер. И он палит мой друг. Блин, надо весь барабан выпустить. Барабан? А что у тебя сейчас? Last Word. Там наверняка снайпер до сих пор. Да, там кто-то есть. Есть снизу. Снайпер или... Снизу справа. Сука, да я не могу убить. Ты в меня застрял, я виноват. Что ты будешь? Блин, что? Елена, ребята, уж, я думаю, все знают. Он почти... Ай, черт. Я дико парился, перешел он стоит тут за Кристиана, когда он наркоманом стал вообще. А меня, кстати, казалось... Подними меня, алло, Лёш. Меня, кстати, действительно как-то напрягло, как-то стало депрессивно, что ли, в сериале. Как тогда, когда у Человека-паука 4 руки выросло дополнительно. Это для меня потрясение было вообще, на самом деле. Очень прикольная серия была. И вторая часть тоже. Ты ударь его ножом, алё, ты... Да я бью его, блядь, ножом. Кулаком. Ты ходил, как будто вставив в него кулак в его анус. Но не хотел его дать. Черная говорящая машина, это Кит. Пардон, Маа, спасибо за подписание. Рыцарь дорог неплохо был. Откуда тебя убили? Они в двери там стоят. Слева. Но они уже другие. Вот «Гром в раю». Вот это был сериальчик. С Халком Хоганом. Так, я сейчас попробую зарашить. Зарашил? Блять, я зарашил. Да они не битые, нихера. Одного я гранатки подкинул. Мы все сдохли, блин. Чё-то не идёт, катка. Не идёт. Лимонад, возьми ситуацию в свои руки, раз ты лучше всех играешь. Должна вести нас вперед. Нет. Там стоят снайпера. Да, я даже не знаю, куда мне спрятаться. Меня мочит. Ща я выйду и хедшот поднять. Повешу. Толкаю, как-то там надо толкать. Блять. Окей. Оттолкнул? Вот, все. Не, это я тебя толкнул. Не ты отошел. Ладно. Все, два хедшота повесил снайперам, всех убил. Их поднимать идет, чувак. Идите сюда. Хорошо. Не знаю, кто это сделал из вас, но... Это я, молодец. Это было очень грамотно. Прикрывал вас, как говорился. Тут, кстати, если всякий урод достает таким вперед, нужно ходить по карте, забирать зеленые патроны. Чтобы... Да, вот. Друзья, где вы? Я рядом. Он ультует. Уходите. Блять. У меня тоже ульта была, но... Нам даже хорошо, что он прожил. По РЕН-ТВ после 00, но это уже... Я взрослый уже был, уже в универ ходил. Уже тогда порно нормальное было для того, чтобы фапать на это дерьмо. Когда я был малой, я фапал даже на десятку самых сексуальных клипов на Муз-ТВ. На Муз-ТВ? Там постоянно Бенни Бенасси был и этот Бритни Спирс, что там она пела. Токсик был всегда в топе. Гадом у вас поднимешь, успеешь? Да. Вот до нее, видимо, не добегу уже. А я после школы покупал газетку «Интим» называлась. 10 рублей стоит. Я как-то купил тоже, типа, самая интересная газету, и там было реально интересное самое.
Блять, вообще не попал. Сраный Last Word. Помогите, помогите, ребята. Погоди, мне кто помог? Да, все. Нет, эта пушка самая веселая, что со мной в игре случалось. Гринэппл точно токсик был, где она в самолете, а что еще там было, я не помню. Лимонад, стой. А, нет, извини. Беги, блядь, дурак. Ой, все, короче, было плохо. Я перепутал кнопки. Безумно. Меня мудихают. Пещере. За мной бежит безумный снайпер, он очень хочет меня убить. Пидорас. Пидорас тупой! Я тебе на лицо садился и мамки твои. Извините. Я иду. Надо мной кто-то есть. Так можно скорее, потому что они уже сюда идут. Да, я вижу одного, я ему в спину, он с хэви. Я его убил, все. И он вам ничего не сделал, друзья. Я пришел и вам помог. Видите, как я переживаю за вас? Блин, лимонад даже не дала шмальнуть в пидоры. Я умели. А, он надо мной. Сма. У меня ульта есть. Волшебные молотки. Он снизу, блять. Граната. Она добьет его. Отлично. Поднимите. Фига себе, лимонад раздает. Я прям. Блин, тяжело, тяжело. Все время хочется. Я не могу привыкнуть к тому, что когда стреляешь без этого говна, без прицела, она не так сильно уходит вверх. Друзья, и вот оно пошло. Один. Да вы одновременно ультанули. Что за бред? Вы хотя бы... Я не нет, стрим сказала, по покемонам не планирую. Мне, кстати, нравилось фапать иногда на Тинта Браса, когда его по ТНТ показывают, потому что там действительно хотя бы волосатые лапки были. А в эротике с порно-актрисами ничего хорошего не было. Тут чувак один, уже не знаю, часа два подряд пишет, что я его пишу. Драман 15, чем я тебе пишу? Объясни, давай, выскажи у меня претензии, я тебе отвечу. Вставайте, вставайте, потому что я это... дрался как лах тут. И помер бесславной смерти. Кстати, можете поднять меня. А, нет, тут стоит чувак. Нет, я убегаю. С головой волка. О, ультанул, ультанул, Блейд Дансер. А, разбегайтесь. Я убегаю. Сейчас я его обману. Ну, блин, когда закончится параша у него? 20 серьезно, секунд. Серьезно, что ли, она бесконечная? Блин, после меня варлок, ему одна тычка. Я не смог его убить, это было прикольно. Было нормально. Я вообще не попал ни одним патроном. Мы и посасывать начинаем. Надо собраться, ребят. Давайте, я вас жду. Так, у меня суперос есть, но... Так, вижу. Ну вот там стали в коридоре. Так, кстати. Я иду. Дайте пройти. Чувак возьми. Там чувак палит, давай, залезай. Хорош. Последний, не пойму где. Внизу, внизу. Вот, внизу. Вот. Вот он здесь. Сваливает. Надо вам его убить желательно. Да, убей его, Илья. Ты куда побежал? Ты чё, издеваешься, что ли? Да не видел я его, чувак. Чё ты прикалываешься, что ли? Не всегда же видно противника. Я вижу компас, но я не спущусь тут. Ладно, ладно. Блять, как не повезло. Над моим трупом чувак. А, ну вам далеко, и они друг друга подняли уже. Ну ладно, я ж попал. О, убил одного. Со снайпер. Все? А, нет. One final push, у меня патроны для снайперки кончились. Что тебя убило? У меня чувак с торговиком, но я убил его. Так что... Тут никого. Пойди. Нет, есть тут один.
Добей его, добей его. Слева стоит, очень битый. Хорошо. Поднимешь? И компас там лежит тоже. За спину. Мочу, сзади мочу. Все, готов. Хорошо. У-ху-ху! Два экзотика. Вот это дропчик. Шлем и пушка. За хорошую игру. Не, в игре фулф не выставляется, мне тоже очень мало. Мне даже не написано еще, что я получил. Не, мне эта грена полностью устраивает.